Всем приветик! Попытались мы снять прогулку на лодке с собаками. Вы помните, как мы в прошлый раз шикарно поплавали? Ну, Лекси! Лекси! Ну, Лекси! Лекси! Неужели этот метод работает? Вывести в реку и кинуть, чтобы ребенок научился плавать. Неужели с хаски это тоже сработает? Рокки, плыви! Плыви! Давай, давай, молодец, молодец, молодец! Плыви, 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 плыви! Умничка, давай, давай, давай! Но в этот раз ситуация была маленечко другая из-за всей этой бури. Мы приехали на море! Ху-ху-ху! Я очень надеюсь, что будет из-за этого ветра хоть что-нибудь слышно! Капец, была такая солнечная погода. Мы так заехали в лесочек, шикарно на природке припарковались. Но что-то этот жуткий, просто жуткий ветер. Я даже не представляю, как мы сейчас поплывем. Ох, ребята, посмотрите, как мы через веточки сейчас им промчали. Просто капец. Так, все, мы приехали, достаем нашу красавицу. Сейчас будет просто бешеннейший контент. Лекси первый раз заходит в такие волны. Ну что, серферша? Круто, капец. Вот смотрите, какие они удивленные, но кайфуют. И надо еще волну поймать ртом. Давай, шоколица. Я так кайфую от вот этого приобретения. Просто выкинул с машины, 10 минут ножкой поработал. Чтобы вы понимали размеры лодки, она такая же, как машина. Круизный лайнер. А-а-а, волны такие, что посмотрите. Блин, и как нам теперь тут плыть? Вот это жопа. Я сейчас обосрусь. Билы, какие мы придурки! Мы потерпели крушение! Капец! Вечер называется вкус. Класс! Лекси,
Ты уже яму чувствуешь, что мы будем ночевать здесь, да? Ночлежку готовишь. И буду голыми ножками на педальки давить. Ну все, безудержное море. Как вы там гасаете? Не доплыли мы до вас. Безумный ветер, я не знаю, что это за дичь такая. Друзья, мы только недавно распаковали ордер, который пришел для Рокки, потому что его дедушка, прадедушка участвовал в Лиге Отечественной 9 мая. Вот ему пришел такая как бы награда, за что его дедушка когда-то там помогал. Ребята, всех с праздничком. Кстати, на 9 мая мы ездили с Лерой на кладбище, и даже там нас поймала небольшая компания подписчиков. Призраков. Пофоткались. И когда мы уже уезжали, собственно, они передали и вам поздравления. Ну, не сидите строго. Ребята маленечко под градусом, но веселенькие. Сказать. Но веселенькие. Праздником! Праздником! Мы будем видео? Маски. Конечно. Майки, Лехи, привет, призывай. Хорошего денечка. И вам тоже. Помнишь, наверное, собак травят? Что-что? Вы же сказал, собак травят. Да, травят. Мы у нас в школе, мне собаку дважды не травили. Ой, кошмар. Мы очень выходили с собакой, отпускал ее. Ее дважды травнули, козочки кидали. А траву, думаю, кидают. Прям в гости подъезда, вот так трава лежит. Именно козочка посыпана красным перцем. Ну, будьте повнимательнее. Все, мы знаем. Хорошего денечка. Давай, пока. 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 Все, поехали. Пока. Счастливо. Спасибо. Пока-пока. Мы тут по дороге любимую Лерину сирень намутили. Ой, а Майки знает, на что нужно засматриваться. Так, а ну разверни какая-то. Не знаешь ты модельную сторону мяска. Какая вот модельная сторона? Вот, да, вот, все правильно, все. О, Арманчик, ну ты ювелир, в смысле кулинар. Прям вообще аппетитно-то как. Мы супер замерзли, промокли, поэтому теперь сейчас будем согреваться и покушаем вкусненько. Вы посмотрите, как реально ветер бомбит. Это не то, что надо стоять... А просто одна секунда и вух, вспыхнула. Она снимается или нет? Да, уже 6 секунд наших. Откуда ты знаешь? Ну что могу сказать, давайте все-таки выпьем за то, что Лузи все-таки пришла, уделила нам время свое, так сказать, личное. Могла бы сейчас дома драить полы, облизывать все полочки, чтобы было идеально чисто. Она выбрала нас. И мы говорим за это большое человеческое спасибо. Ура! Если ливень начнется, мы сможем куда-то? А, никуда не переставить, или сможем? Мы пойдем в джакузи купаться. Голышом! Уии, тогда нафиг шашлык. Давай. Тут предложение получше. Все, мы уже на финишной прямой. Будем вкусненько еще раз кушать, греться. Всем пока. У нас была максимально удачная прогулочка. А ветер продолжает просто бушевать. И оп, кролик готов кусать. Все. Так, еще. Майк еще. Вот. Так, ты дай Рокки. Ой, какой нет. Вкусненький. Майки. Рокки? Майки. На. Кибой зимой. Получайте вкуснятинку. Вы бы знали, как наша поездка прошла обратно домой, потому что мы были насквозь мокрые, даже труселя. Пришлось полностью, что смог переодеться. Арманчик едет вообще в одних трусишках. А мы там, где заезжали, то есть мы заезжали через базу, через шлагбаум, забашляли бабосик, чтобы проехать. И там мужик еще такой спросил: а что это у вас за номера такие? Вы блогер? Я говорю: да, блогер. И тут на обратном пути едут два мужика без штанов. А я еще спрашиваю: а куда нам поехать? В какую сторону, чтобы с собаками побегать, чтобы людей не было, уединиться. И вот что в голове будет у мужика, когда на обратном пути возвращаются они полуголые. Прям на Хасмут в шоке можно историю отправлять. Кстати, зайдите, оцените, там такая забавная история с хаски-кондуктором. Собака работает кондуктором в автобусе. Перейдите на наш второй канал Хасмут в шоке, ссылочка в описании. И подпишитесь, конечно же, кто еще не подписан. Есть те, кто еще не подписались? Подпишитесь. Все, в общем, до следующей трешняковой нашей прогулочки. Всем пока.